Здравствуйте, Ксения. и внимательно посмотрела на ваши работы, ваши вопросы, и хочу на них вам ответить в видеоформате, чтобы у вас было более наглядно все, что вы делаете. Я также, как и вы, работаю на версии Adobe Illustrator CC 2018. По поводу прямоугольника. У меня он есть. Вот он называется инструмент. Прямоугольник со скругленными углами. Он присутствует. Возможно, у вас еще более новая версия. Я еще не переустанавливала на 2019 год. И у вас она уже по-другому выглядит. У меня пока 18. Проверить очень просто. Вот смотрите, в инструменте карандаш. У меня уже есть шейпер. В предыдущих версиях его нету. Здесь он есть. Так, по поводу задания на закрепление навыки. Во-первых, ваша юбочка. Давайте начнем по порядку. Вы ее нарисовали, молодец. Нарисовали вы ее, правда, не совсем корректно, не то, что я хотела. Почему именно? Смотрите, вы сделали ключевую ошибку. У вас юбка состоит не из объекта, а она у вас состоит из двух линий. Это неверно. Вот пояс вы сделали хорошо, правильно, а основу вы сделали неверно. То есть вам нужно было нарисовать пояс. При этом, да, мало точек, точка, точка, точка и точка. Вот он у вас пояс. Скинуть выделение и из этой точки нарисовать еще один. И здесь это задание рассчитано на то, чтобы вы увидели проблему. А проблема у вас возникнет следующего характера. Как вы правильно выразились, как сделать зеркальное отражение, потому что стороны получаются несимметричные. Это задание на то, чтобы вы наткнулись на эту проблему и ее поняли. Но смысл остается как бы простым. Вам нужно все равно сначала понять, как это все рисуется. Да? В идеале мы эскизы с вами рисуем по половинке, если они симметричные, точно так же, как мы делаем лекало, а потом эту половинку раззеркаливаем. Как это делать, мы разберемся дальше. И в данном задании это как бы не принципиально. Но если вы хотите, чтобы вот прямо сейчас это показать, дальше мы будем это разбирать и отрабатывать. Смотрите, как бы я нарисовала, да, я бы нарисовала вот так прямоугольник, это был бы мой пояс. После этого нарисовала бедро, рисую я его шифтом, чтобы у меня равномерно растягивались. Мне нужна здесь вертикаль, вот мне программа подсказывает, и сделала бы две замкнутые области. Бедро получилось слишком активное, сейчас я его сглажу. Вот у меня получилась половинка. Выточку я буду рисовать линией. Нарисовала. После этого беру все вместе. Есть инструмент зеркальное отражение, вы его еще просто не знаете. Либо вы не досмотрели, либо, ну, как бы, просто не дошли до этой точки. И раззеркаливаем. Как это делать, я показываю. Плюс у меня есть марафон по созданию женской базы. Он находится на канале YouTube в открытом доступе. Вы можете его посмотреть. И я там это все очень детально рассказываю, как это сделать. И у меня получается вот такая юбочка. Пропала, ничего страшного. Монтаж на задний план. То есть юбка будет симметрична. Данное задание, оно было направлено на то, чтобы вы отработали навык пера, поняли, что эскиз получается несимметричным, и обозначили это у себя в голове. То есть я иногда даю такие задания, которые заставляют вас немножечко, ну, как бы подумать, ошибиться, чтобы вы это на собственном опыте осознали. Собственный опыт, он дает самое яркое ощущение от того, что вы сделали. По поводу месяца. У вас все получилось с рисованием месяца, да, то есть вы вышли один объект из другого, с шариками не получается. Ну, смотрите. Во-первых, расположение объектов можно посмотреть на слоях. Вот у нас с вами слои, и вот можно посмотреть, что над чем находится. Панелька слои, вот они последовательно у меня идут. Почему они у вас не перекрылись, как вы говорите? Да потому что у вас у объекта элементарно нет заливки. Если мы сейчас с вами возьмем и присвоим цвет заливки белый, то вот оно у вас сразу все перекроется. То есть вот здесь у вас должен быть цвет заливки белым, и тогда у вас все будет перекрываться, потому что поскольку у вас нету заливки, программа понимает ее как контур, и вы увидите вот это вот прозрачный бесцветный контур, то есть только линия нарисована. Поэтому у вас и таким образом все происходит.
с эскизами не торопитесь, у вас там еще есть задание: рисунок цветочка, рисунок звездочки, рисунок олимпийских колец. Вам нужно выполнить их для того, чтобы полностью осознать инструменты и алгоритмы. А после этого вы перейдете к эскизам. Подробный марафон, там 6 эскизов, детально расписано каждое действие, в комментариях вы это все посмотрите и сможете отработать. Вам сейчас нужно закрепить навыки работы с инструментами. Поэтому не торопитесь, делайте спокойно, последовательно то, что вы делаете, и все у вас получится. Вы молодец. Жду ваши следующие задания. И дайте мне, пожалуйста, комментарии по поводу того, получился ли у вас экспорт. Я у вас увидела только домашнее задание на третий урок, то, что вы сдвинули и скопировали монтажную область. Получился ли у вас экспорт PNG с бесцветным слоем, PNG по монтажной области и просто JPEG. Пожалуйста, мне об этом сообщите. Продолжайте работать, вы молодец. Пока-пока.